88, наверное, да, 90 уже не держит у меня тормоза. 75. Ну, останавливайся. Второе звено, взлет. Да-да. Пошли. Так, мы сейчас стопудово опять залечу за них. Поэтому мы чуть-чуть прибавимся. Так, ребята, вы, короче, первая группа. Вот только сейчас появилась. Вот, вы должны были взлетать только сейчас. Ну да ладно, притормозите чуть-чуть. Все ясно. Было второе звено, я пошел. Понял. Блять, почему нельзя написать 33-й взлет, 27-й, 25-й? Ну а мы зато пока полюбуемся всеми теми, кто участвует в параде. Видите, а вон где аж мой 78-й идет. Тут идут они просто строем, а мой вот за ними следующий. Можно уже начинать разворот. Встанем на догон. Вторая группа, первое звено. Тогда надо взлетать. Все, запомнил. И вот он, мой дружок. Получается, я всех повел неправильно. Надо будет посмотреть. Второе звено, да? Блять, ну ладно, я потом гляну, как это выглядело оповещение. Танкист, вы там встаньте как-то в круг, потому что... Я... Обогнался, да? Я на 6 уже у своего, сейчас буду пристраиваться. Я понял, давайте работать. Для этого дела до тренировочного полета, безусловно. Поэтому я и здесь, чтобы понимать. Хотя, видишь, я ведущим до этого не летал и не планирую. Мне интереснее идти ведомым. Вот это, конечно, когда они начинают чудить. Немного страшно. Это ладно, я один, а ребята там на 27-х плотным строем идут. Сейчас он, да, до третьего ППМ будет вот так чудить, поэтому... На какой частоте находится? На них лучше не алё. 120-ю тоже слышу. МиГ-15, на 120-ю тоже? Нет, 15-й на другой частоте. Сейчас перед каждым ППМ будут вилять туда-сюда, влево-вправо, вставая на ЛЗП, видишь, что творит. Поэтому до третьего ППМ близко к ним лучше не подходить.
Музыка огонь, конечно. Не знаю. Может быть, для антуражности, может быть, так и должно быть. Но видишь, для антуражности мы все равно не можем строить за ним. Ты взлетел, нет? Не знаю, почему так. Он взлетает только, сейчас пошел. Давайте за ним сразу, 21-й, выходите. А может быть, именно для того, чтобы... Нам проще было пристроиться, понимаешь, если бы они вон там летели бы сейчас, да, где-то там, то не выдержав, режим полета, как это я сделал, например, или взлетев слишком поздно рано, могли бы и не, ну, не догнать, не найти, только если вместе с маркерами. Сейчас завернем еще раз налево. Налево же мы будем. Да. Сразу на тот ППМ переключусь. Тогда уже встанем за 78-м поближе. Что за снижение скорости такое? Санек, ну и для тебя специально. За то, что ты сегодня пришел, нас посетил. Не, он не меня шугается, Саня, я пропустил твое сообщение. Он просто идет так по маршруту, то есть они отклонились от ЛЗП, потом начинают на нее возвращаться. Из-за этого вся беда происходит. О, жук. А так приходи, в чем дело-то? Я ж тебя даже видел в Дискорде и у БКшек. Таким бы тоже полетал, он так. И вот таким потом. Именно поэтому... именно поэтому строй сейчас именно такой. Сейчас он вправо опять заложит. Нет, уже все, пошел, наверное. Видишь, у них лур такой приличный. По сравнению с первой группой. А, вон они где, аж первая группа. А, 3 мая не... Кстати, а меня... Стопэ, а когда мы будем... Бля, я приеду тогда, если что. Те закладывают, конечно. Дай боже. Клинц. Что там, 15-й миг нашел с 31-х? Да, гоню их. Отлично. Конечно, Антох, наверное, в Турции шмурцы лучше, чем в параде поучаствовать. Так, ну все, вроде он должен сейчас выровняться. Подходим. Спустится до на 300. Или за треть, ему, не помню, на 300. СПБ. Ладно, все, начинают снижение. Стою уже больше. Больше, Санек, не будет внешних видов.
к этой титьке и... Поближе. Чичко, как слышишь? 12 ответил. Вы посмотрите, будет ли у вас в этот раз баг со смещением ИВА, со скольжением перед площадью? Пока на всем маршруте, он туда-сюда. Ну, он перед площадью, там говорили, скользит, я там поправил немножко, проверьте. Понял, обратил внимание. Стрелок такой сидит, палит, как даст очередь. Ну да, надо было бы попробовать, но в свое время что-то я, по-моему, не попробовал. Да, и подзаправляться, наверное, было бы круто в очках. Но под хорошую музыку над площадью будем проходить. Под ВВСную. Вроде не было скольжения, как в прошлый раз. Аэродром еще не дошли. Вот здесь он скользил обычно. Посреди норм. Или вот над этой или полосой. Ладно, сейчас посмотрим. Уф. У 11-го чудит Ил-878. Еще больше, чем чудил. Вся группа над площадью начинает вилять. И боты впереди, и у 11-го. А
Ну, влево, вправо, я смотрю по трассерам, говорю, по выхлопу. И над площадью тоже там все разнобой пошло у них. Сейчас выровнялись. Ну, где-то в том же месте вот начал он чудить еще больше, чем до этого было. Нет, там не баг, о, не ППМ, здесь просто, Ну, видишь. короче, надо нам как-то будет сейчас на связь проверять. Так, кстати, вот где у нас здесь площадь, я не знаю, если честно. Наша красная. Опа, и вертушка вот она. Вот после этого вообще четко идут. После этого багованного по развороту, поворота. Чудо, рука напряжена, блин. Кстати, да, это у меня здесь все на ИПВ видно, а ребята-то с будильниками. У них поинтереснее полет. Одиннадцатый отошел на возврат. И вот они, ребятки, летят. Поле за визуальной ориентировки.
Ну, будет классно, если такое реализуют. Я бы тут обеими руками за. F10 вообще тогда надо будет отключить. А, ну да, F10 можно отключить. F2 мне главное оставьте. Или F3. Чтобы Саньку внешние виды показывать. Так, ребята на мигарях. О, на сушках вон они. Правее. Так, я на маршрут сейчас иду, да? ПМ6, потом на возврат. Ну, давайте так. Латак, ты видишь, что чё, кто-то только ты сможешь попробовать. Ты же говоришь, там с запуском сервера беда. Должен определенным образом сервак запускаться, должен РП как минимум английский знать, что не про меня. На одном из стримов мы тоже обсуждали уже эту фишку. А, ты имеешь в виду огневой рубеж для этого нужно? Может, действительно огневой рубеж рассмотреть? С другой стороны, да, у нас куча этих программистов в летучке, что ж, они сделают сервак, что ли? А насколько же они дальнобойны? Ну, у нас сколько там, 60 километров не бьют радары, что ли? Единственное, что да, если уходить на полигон, то, возможно, там, конечно, уже не достанут. У нас зоны на 60 километров. Топливо это... Блин, Санька, я сейчас не вспомню. Топливо основное, вот оно. Вот, а здесь он, по-моему, только как дополнительный, то ли один из баков, да, который расходуется первым. Что-то такое. Из ребят, может, кто в чатике поопытней, пограмотней расскажет. Да ладно. Блин, ну я помню время, он вроде как работал. А, ну да, смотри, 10-10. Да, действительно, возможно. Возможно, он и показывает основную. Нормально так. Мне сказали, что в реале не работал. Не будем делать эту систему.
Раньше работал, как ФМ сделали, перестал, он вроде должен показывать принятое при дозаправке. Да. Я тоже помню, что это что-то про дозаправку, но когда я его дозаправку делал, я еще думаю, блин, ну, заправляюсь, потом раз такой думаю, а почему здесь все 0 и 0? Туда глянул, там растет. Думаю, может сначала там наполняется, а потом сюда. Проходит некоторое время, такой, все, хорош, типа, конец дозаправки. Выгнал меня из от борта, гадина. Хотя командиром является, по идее, в этой паре дозаправляемый. Должен давать команды на вираж, разрешение там на вираж, на разворот и так далее. Почиш конструктор КБ сухого. Одиннадцатый тоже над шестым, 2500. Скоро 700 уже должна быть. Давайте 700. Окрестности. Окрестности смотреть. Куда? На возврате 40 километров, 49 у нас. А че вы на 6 ППМ не удивились? Да мы тренировались тут. У нас новая группа еще не сотанная, поэтому мы отошли чуть-чуть от плана. Может, мы сейчас оказались немножко... Ну, я понял, мы не возвращаем, короче, строй пытаемся тренировать. Понял. Так, а где же у нас... Ну, вон они же, 11-й, да? 12-й. Я так думаю, это три сушки. Ну да, это, скорее всего, они. У нас один, у нас справа и один ведомый отвалился. Это крафт. Да, сейчас он подойдет. Мы выше него. Если что, F5 работает, смотрите территориально, где находится звено. Левого что-то кошмарит очень сильно. Аватар, что там у тебя? А, так ты как, ты на нем хочешь летать, либо ты хочешь на Л-39? Да, давайте на Л-39. С Артемкой полетим. Кстати, это, Антоха, Санька, у нас здесь Артем, тоже участвует, в отличие от вас. Так вам для сведений. Не, ну Л-ка, Л-ка не хватает, было бы ништяк, если бы на Л-ке кто-то залетел еще на параде. Как бы Л-ки тоже нужны. Ну вот, видите, блядь. Просто пары-то нет на Элке, блядь. Кто полетит? Да, блядь. Так-то танкист может. И сразу... Не, красавчик, че? Сулин, вы на первой радиостанции разговариваете, мы вас все слушаем. Ну, я тут никого не матерю вроде, нормально все. 11-й на глиссаде. Бой говорит люди, и получается, они не слышат ничего. А, все, ушел, сорян. Летучка полетит. Куда вы полетите? Вон в Питер уезжаете. На посадочном. Удаление 15. Так было бы круто. Вот так вон там бы мы засветились. Вас никто не звали.
Я объявляю, объяву делал у себя в Дискорде. Вы ко мне даже не подписаны, гадюки. Шучу, конечно. Я не рискну. А чё там рисковать-то? Типа прямой, Сань. Встань. А, ну я понял, да, это чисто психологическая составляющая, да? Маркер? 11-й дальний, посадки готов. Когда мы это взлетели, музыка заиграла, Маркер. 44-й на посадочном, удаление 10. А, ну на ВП. Подожди, у тебя шлемофон включен, ты должен слышать музыку. Сергей, вы прямо идете за 33-м? Наблюдаем, садимся за ним. Ну, ребятки, красавцы-то. Протяну чуть вперед. Ребятам дать возможность прокатить. Все хорош. Пускаем носик. Понял вас. Убираем шасси, механизацию. Мы за тобой идем. Ты нас будешь заводить. А Сергей, на щитке идешь. Ну я вроде 300 держал, но 300 это нормально. Че, 350? Ну я спрошу потом. Ты освободил. Блин, почему я так не так близко оказались, интересно. Я вроде по ЛЗП шел, все норм. Скорость меньше даже не держал. Лисади, наверное, слишком малая. А, Латарт, да, это Артём наш. Наш, ваш, наш. Так, давайте 44 по нас заводим. Опасное движение. Я вверх ушел. Группа 12-я, траверс. Сейчас мы за группой как раз посмотрим. Давайте быстренько тогда заруливаем. Скатиться. Летучки же. Шучу, конечно, но... Хочется посмотреть еще на них. На их посадку. Так, тормоз заход.
Что там происходит? Я предложи. Ты вроде с ним поближе общаешься в этом плане. Ёптель-моптель. Буду занимать право. 83-й пара на дальнем, посадка готов. Не побились. Ну, видишь, я думаю, там все с захода идет, как бы, во-первых, на второй круг ушли, во-вторых, заход был такой же, как у сейчас 21-й, да, то есть далеко не напрямую вышли, потому что втроем тяжело, не просто. Думаю, поэтому. Две ракеты, блядь, летающих. Так, следующий. Так, это ботинки. Под четверки. Сели. И сели, короче. А, вот мигарек еще. А, вот еще спереди два мигарька. Тут. Талатар за ним.
Спарки. Да блин, здесь хоть что-нибудь бы кликабельное сделали. Кроме Элки.